keep it light, stay out of the fight. No one's gonna listen to me. If I write a song preaching what is wrong, will they let me sing on TV? Should I keep it light? Is that right? Форум растет, он прибавляет из года в год. Здесь можно говорить какие-то вещи как провокационные, которые нельзя сказать с трибуны в другом месте. Установка достаточно неофициальная. Все как бы на одном уровне друг друга разговаривают. Это показатель того, что этот форум востребован, он нужен. Я очень удивлен, что здесь очень много молодых людей, достаточно любознательных молодых людей, которые задают множество вопросов. Это меня очень удивило и обрадовало. Мне, как руководитель компании, было интересно присутствовать среди тех специалистов и профессионалов, которые обсуждают темы, наболевшие темы. Я вижу, что люди объединились, люди сидят, обсуждают какие-то вопросы даже вне регламента самого мероприятия. Все спикеры, они подготовлены очень хорошо, хорошие темы, интересные. Впечатление вот просто неописуемое. Ну, очень много эмоций, во-первых. Интересно, я первый раз здесь был, а я думаю, что очень интересно сделали. Огромное спасибо команде Animal Profi, команде Нитофарм. Именно на этом форуме люди могут полноценно раскрыться в течение дневной и вечерней программы. Animal Profi — это для меня потрясающий опыт. Это возможность продвижения бизнеса. Обновление, соотношение с коллегами. Это появление новой семьи, семьи птицеводов. Это место, куда хочется приезжать снова и снова, и ты гордишься вот той дружбой и вот тем вкладом маленьким в этой большой, огромной семье. Такого я, в принципе, не видел ни в России пока еще, ни в Европе. Наша задача была сделать продуктивный, классный форум, и на наш взгляд это получилось.